В агентстве «Хабар» новое назначение. В качестве председателя правления коллективу сегодня представили Алмагуль Ахмеджанову. До этого она занимала пост первого заместителя председателя правления агентства. Алмагуль Ахмеджанова окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Свой трудовой путь в агентстве «Хабар» начала в 1999 году. С 2004 возглавляла дирекцию программ, а в 2011 была назначена первым заместителем председателя правления. Напомню, что занимавший до этого времени пост председателя правления Айдос Укебай был назначен пресс-секретарем президента страны. Предстоит определенные изменения концепции работы Хабара, но вы должны понимать, что это все будет направлено на улучшение работы общества. Да, будут улучшения, и будем работать над эффективностью.